для «Оскара». В Луганске собирают желающих митинговать в поддержку президента. Для отправки в Киев заказали 2 поезда. Уже более 1000 человек изъявили желание ехать в столицу. Что обещают организаторы митинга активистам и как записаться на антимайдан, расскажет Александр Махов. В этой палатке, которая установлена в центре города, каждый желающий может записаться для поездки в Киев. Нужно только оставить свои координаты, а для дальнейших инструкций свяжутся организаторы. Сергей, узнав о готовящейся поездке в интернете, сразу же отправился записываться. Даже на работе взял отгул. У нас никак не будет, как в Европе. У нас стадо, в Европе цивильное общество. Я просто за то, что сейчас в стране. Я за нынешнюю власть, вот. Собирается в столицу и пенсионерка Ольга Зимина. Мороза женщина не боится. Это вот, у меня есть дубленка натуральная, заработала. Поэтому поедем, чай горячий возьмем с собой, и все будет нормально. Если их колбасами Америка кормит, мы и на каше проживем. Организаторы обещают отвезти всех, кто запишется. Сейчас уже более 1000 человек изъявили желание на выходные дни выехать в Киев. И это уже голос, который должен быть услышан. Записаться можно и по телефону. Номер указан на официальном сайте городского совета. Поезд заказывается специально. Поэтому вам, если позволите, я вам говорю, да, места есть. Надо не бастовать, а работать, вот такие плакаты. Или поддерживать политику президента. Ну, какие-то вот такие вот планы, такого плана. Отправляется в пятницу, я не знаю, 6 часов где-то в 17. Садитесь туда, проезд действительно для вас полностью бесплатный. Приезжайте туда в 8 утра, в 8 вечера этот поезд обратно. На питание, чтобы вам было покушать, дается 200 гривен. И там еще будут кормить на Майдане. Призвал ехать на Майдан для поддержки действующей власти и луганский городской голова Сергей Кравченко. Во-первых, назвать количество, понимаете, средства будем искать. Мы найдем средства, мы еще раз говорим. Мы говорим о том, что мы должны определить количество людей, которые пожелают это сделать, и потом будем определяться. Луганчан отправят в Киев 2 поездами. Первый состав с добровольцами отходит в пятницу, второй в субботу. К началу рабочей недели обещают всех вернуть. Александр Махов, Виктор Белогорцев, специально для телеканала «Донбасс».